Всем доброе утро. Сегодня мы разберем изменение контента в игре на тайваньских серверах от 28 числа Black Desert Mobile игра. Первое, что они сделали, это добавили замок Крон. 4 локации, минимальный вход рекомендуемый на 2700. Максимально 4000. Падать будет перчаточка двухслотовая. И также обувь с маленьким шансом выпадения. Добавили новые квестики дополнительные, которые вы можете выполнить и получить за это награду. Повышен максимальный уровень с 60 до 62. На 62 появляется бафик 10% на дроп. Добавляют они земли доблести. Напоминаю, это групповой инстанс на 5 человек. Вы зарабатываете специальную монетку, которую вы потом можете потратить, пойдя в этот инстанс. Все будет пока 4 уровня. 2300, 2600, 2800 и 3000. 30 минут. В пятером убивайте разных монстров. Следующее немаловажное, что нам добавили, это башню древних артефактов, куда вы можете скармливать артефакты, повышать ваши пассивные скиллы на боевой опыт, на вес и также на дроп. Добавили у нас двух питомцев, собаку и кошку. Добавили возможность использования второго артефакта. И добавили новую книжку Крон, которую нужно будет закрыть. Дополнительно и некоторые вещи также добавили в магазин. Из шопа нам добавили пак. Всего можно купить 15 таких паков. Рандомно может быть упасть реликвия легендарная. Серебро дают, жемчуг дают и шанс вот рандомный. Падание реликвии вплоть до легендарной. Плюс 1, плюс 2. Ужесточенный сразу. Добавили у нас дополнительный пак на жемчуг. При покупке достижения определенных уровней вы получаете определенное количество черного жемчуга. Добавили у нас коробки с как раз кристаллами, с камнями, которые дают также дополнительно шанс выпадения уникальных мистических грейдов. Ну и как говорил, два пета. Вот такое основное, что у нас добавили в обновлении от 28 сентября в мобильной игре Black Desert Mobile на тайваньских серверах. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.